Уважаемые слушатели, сегодня мы продолжим знакомиться с темой эндогенные геологические процессы и его разделом тектонические процессы. Тектоника – это довольно-таки серьезная наука. Она является отраслью геологии и изучает движение и деформации земной коры, которые вызываются эндогенными процессами. А также она изучает геологические структуры, которые возникают в результате таких движений и деформаций. Как любая наука, тектоника имеет определенные задачи. Одна из основных задач тектоники – это изучение движений земной коры, изучение причин, которые вызывают движение земной коры, а также структур, которые формируются в результате тектонических движений. Поверхность Земли никогда не остается в покое. Одни участки вздымаются, другие опускаются. Причем эти движения происходят крайне неравномерно и имеют различные скорости. В качестве примера можно привести Скандинавский полуостров. Скандинавский полуостров в настоящее время медленно поднимается. Скорость его поднятия составляет миллиметры в год. Другой пример – Венеция. Венеция, как вы знаете, опускается. И об этом свидетельствует поднятие воды в венецианских каналах. Но скорость поднятия тоже незначительна, и фактически она особо незаметна. Быстрые внезапные колебания земной коры называются землетрясения. Они проявляются в виде подземных толчков. А вот мощные длительные сжатия горных пород, которые присущи для складчатых систем и приводящие к деформации горных пород, называются орогенными процессами или процессами горообразующими. По Гильберту все тектонические движения подразделяются на создающие континент или эпейрогенические и создающие горы или орогенические. По направлению движения все тектонические движения делятся на две группы – вертикальные движения и горизонтальные движения. Обычно все типы движений проявляются взаимосвязанно, и вот совокупность разнотипных движений называется тектогенезом. В истории нашей Земли существуют так называемые древнейшие или древнейшая тектоника – она продолжается до неогена, и новейшая тектоника, которая началась в неогене и продолжается последние 5-6 тысяч лет. Тектонические движения в общем приводят к нарушению первоначально горизонтального залегания горных пород. Естественно, вот эти нарушения залегания в разных породах проявляются по-разному. Урогенные складчатые процессы, которые не ведут к нарушению сплошности горных пород, называются пликативными. Разрывные нарушения, которые характерны для жестких горных пород, называются дизъюнктивными. Пликативные нарушения наиболее характерны для пластичных горных пород, к которым можно отнести осадочные горные породы, а также метаморфические породы. А вот для магматических и жестких осадочных горных пород более характерны разрывные или дизъюнктивные нарушения. Складчатые или пликативные нарушения приводят в конечном итоге к образованию различного типа склада. Складки – это чередование выпуклых и вогнутых складок. На картинке слева вы видите образование складчатости. Причем образование складок вы можете провести самостоятельно. Возьмите листик бумаги и начинайте приближать руки друг к другу. Перед вами образуется складка. Вот примерно такой же механизм получается при формировании складок горных пород. Складки горных пород, которые имеют выпуклость кверху или имеют замок выпуклый, называются антиклиналями.
Изображение антиклинали вы можете увидеть на картиночке слева и справа сверху. А вот та складочка, которая смотрит замком вниз, называется синклиналь. А вся складчатость практически является чередованием антиклинали и синклинали. В некоторых случаях возникает особый тип складки, который называется моноклиналь. Моноклиналь – это складка, у которой наклонено только одно крыло. Вот здесь вы можете более подробно посмотреть строение складок. Перед вами, например, синклиналь, моноклиналь и очень интересное образование, которое называется флексура. Она весьма похожа на моноклиналь, но обратите внимание, что у моноклинали наклонено только одно крыло складки, а у флексуры оба крыла складки практически параллельны. И имеется лишь перегиб определенный, который вызывается определенными геологическими процессами. Что же такое складка? Ну, мы уже поняли, что складка – это волнообразные изгибы пластов земной коры без разрыва его сплошности. Перед вами изображение складки и основных ее элементов. Первое – это замок складки. Замок складки – это часть складки, которая непосредственно прилегает к месту, где пересекаются оба крыла складки. А вот крылья складки – это ее боковые части. Угол складки. Угол складки получается, если мы мысленно продолжим продолжение крыльев складки, и угол между вот этими линиями и будет углом складки. Что же такое осевая плоскость? Осевая плоскость – это воображаемая плоскость, которая делит угол складки пополам. Ось складки является проекцией осевой плоскости и линия, которая получается при пересечении осевой плоскости с поверхностью Земли. Имеется также такой элемент, как шарнир складки. Шарнир складки – это линия, которая находится на замыкании складки. Шарнир может иметь горизонтальное положение, может иметь определенный угол наклона, может быть извилистым, то есть ондулировать. И, наконец, ядро складки. К ядру складки относится практически вся внутренняя часть складки. Как и все геологические процессы, складки тоже подлежат классификации. Классификация складок основана на особенности их строения. Вот одна из классификаций, которая предложена на данном слайде, это типы складок по положению осевой поверхности. Прямая складка. Прямая складка – это такая складка, когда осевая поверхность перпендикулярна горизонтальной поверхности, а крылья складки падают под прямыми углами, под острыми углами, извините. Наклонные складки изображены на данном рисунке. Осевая поверхность имеет небольшой уклон к горизонтальной поверхности. А вот лежачая складка – это практически такая складка, ось которой лежит близко к горизонтальному направлению. И, наконец, опрокинутая складка. Опрокинутая или перевернутая складка – когда ось испытывает очень сложное превращение. Вот то же самое вы можете произвести сами такой же пример опрокинутой складки на листе бумаги. Если вы будете приближать руки, то в конечном итоге лист бумаги перевернется, и вы получите настоящую опрокинутую или перевернутую складку. Примером опрокинутой складки является вот данная складка на фотографии. Классификация складок также осуществляется по положению крыльев. Перед вами картинка, на которой изображены данные виды складок. Нормальная складка. Нормальная складка – это такая складка, крылья которой расходятся под острым углом.
И заклинальная складка. Очень интересно, посмотрите. Крылья этой складки практически параллельны друг другу. Веерная складка или веерообразная складка образуется, когда складка пережимается определенными процессами. И, наконец, сундучная складка представляет из себя пологий широкий замок и крылья, которые падают практически параллельно друг другу, перпендикулярно горизонтальной поверхности. Имеется еще несколько разновидностей складок, одну из которых является брахискладки. Брахискладки обычно выглядят в виде вытянутых овалов и могут представлять из себя куполообразные складки или брахиантиклинали и вогнутые впадины округлой формы брахисинклинали. Имеется также еще одна разновидность, это так называемые диапировые складки. Диапировые складки характерны для областей, где под пластичными осадочными породами или осадочным чехлом залегают горные породы, которые способны набухать или деформироваться. Это, например, залежи каменной соли, гипса, это могут быть набухающие глины. В этом случае при попадании воды в набухающие горные породы они начинают увеличиваться в объеме и приподнимают вышележащие слои, образуя вот такие диапиры. Перейдем к разрывным нарушениям или дизъюнктивным нарушениям. К ним относятся движение толщ горных пород по разрывам или так называемым сместителям. Также такие горные породы могут называться трещинами или тектоническими разломами. Сдвижения могут происходить в различных плоскостях, как в вертикальном направлении, так и в горизонтальной плоскости. А вот разрывные структуры, которые образовались в результате данных движений, называются сброс в сброс, сдвиг в горизонтальном направлении и надвиг. Надвиг – это тот же сдвиг, но который переходит уже в наползание одного блока горных пород на другой блок горных пород. При сложных перемещениях могут формироваться несколько ступенчатых разрывных нарушений. Ну, например, ступенчатый сброс формирует грабины, а вот ступенчатые сбросы формируют горсты. Примером грабинов являются, например, Красное море, озеро Байкал, большие африканские озера. А вот примером горстов являются, например, Алтайские горы. Разрывы земной коры без смещения блоков называются трещинами. Строение дизъюнктивных нарушений или дизъюнктивных складок то же самое. Линия, которая разбивает блоки складки на две части, называется сместителем, а боковые части этой складки называются также складками. Тектонические процессы в конечном итоге выполняют очень важную миссию. Они приводят к усложнению первоначального горизонтального залегания горных пород и образуют очень сложные разрезы отложения различного возраста. Именно тектонические процессы являются путями движения гидротермальных растворов, которые в конце концов приводят к образованию и формированию полезных ископаемых.